В руки, друзья, с удовольствием, по ведущим, так по ведущим. Прямо сейчас премия Alusso Event Awards, год 2019, лучшая телеведущая года. И как вы думаете, это кто? Юлианочка, как ты думаешь, кто может стать лучшей телеведущей года? Мне кажется, здесь без вариантов. Юлиана Голдман, друзья, рядом со мной. Юлианочка, это твоя премия! А где аплодисменты громкие, друзья мои? Мы вот так вот, мы ничего не боимся, мы обмениваемся премиями прямо здесь, на этой сцене. Лучшая телеведущая года, Юлиана Голдман. Юлианочка, ну давай, у тебя есть микрофон, скажи нам что-нибудь приятное. Да, конечно, я не могу остаться равнодушной в этот вечер. Это очень приятная неожиданность, особенно в конце рабочего дня, скажем так. Вот, ну, конечно же, я хочу всех поблагодарить, кто пришел сюда. Мои люди, которые, как говорит Ольга Бузова, со мной, вот, которые все пришли, не отказали, меня поддерживают. Вот, и, конечно, Настя, моей любимой Насте, с которой мы уже... не так давно, точнее, знакомы. Огромная благодарность. Это человек с большим сердцем, с большой душой. Спасибо всем. Спасибо. Юлиана Голдман, лучшая телеведущая года. Юлианочка, отдаю тебе твой законный диплом. Держи, это тебе. Ну, а остальное, я так понимаю, тебя ждет на улице черного цвета, объемом 4,6 литра. Вот, это твой подарок, в отличие всем шампанского, а тебе вот такой замечательный подарок. Юлиана Голдман, друзья, давайте поаплодируем. Лучшая телеведущая года по версии Alusso Event Awards. Ну что, Юлиан, давай теперь ты, у тебя есть что сказать. Да, у меня есть что сказать, у меня кое для кого есть сюрприз, на самом деле, сегодня. Вот, так что лучший светский ведущий года – это Дмитрий Кушеверский. Да ладно, это я! Прям я так думал обрадоваться, да? Спасибо, спасибо большое, Юлиан. Аплодисменты, друзья! Я ничего не буду говорить, потому что мне самому себе как бы вот. Спасибо большое, спасибо. Обменялись мы, да, Юлиан? Настя, Люсо, Настя, спасибо большое. Я скажу искренне и честно, друзья, мне действительно очень часто приходится бывать на различных, действительно, таких светских мероприятиях, премиях. И мне особенно приятно, когда организаторы подходят ко всему с душой, прежде всего. Настя, спасибо большое. Вот за эту премию, я знаю, тоже за меня кто-то голосовал, наверное, да, кто-то писал, я немножечко это видел, тем не менее, спасибо большое за доверие и за честь. Все, друзья, Дмитрий Кушеверский, спасибо вам большое, спасибо, спасибо, я рад. Так, ну, а мы все-таки надо продолжить нам радовать всех.